а уроки не доделаны. Ну давай, рассказывай, что там неправильно. Мама не дает договорить до конца. Давай, сейчас жалуйся, сейчас можно, давай. Что там, пришли посмотреть на олененка? Олененок крестьянин. Почему крестьянин? Потому что так называют бедных людей. Но он же олень. Олений крестьян. Не бывает оленей крестьян, он олень. Он только родился, он даже не знает, кто он на самом деле. Ты знаешь? Потому что ему мама уже сказала попозже. Попозже? Нет, да. Ему сказал папа, когда он увидел папу первый раз. Ты вообще книжку читала? Да, читала. Какую? Бэмби. Сколько ты прочитала? 2 странички? 32 страницы. 32? Да. 32. А может быть и больше. И где там написано про крестьян? Покажешь? Да. Ну-ну, там написано прям, что он крестьянин, да? Так там написано или как? Вот, вот смотрите. Что там написано, прочитайте. Вот читайте сами. Как это? Вы же взрослые. Там не написано, что он принц даже. А ты говорила про крестьянина какого-то. Ну он же когда родился, он думал, что он крестьянин. Он думал, что он олененок. Он даже не знал, что он олененок. Он не знал вообще ничего, потому что он только родился. Ему всего научили его друзья. А друзья у него кто были? Толстячок и Цветочек. Кто такой Цветочек? Ты же его не знаешь. Толстячок — это зайка. А этот, а скунс — это Цветочек. Знаешь? Да. Мама, ты говоришь, что я не знаю. Крестьян там не было. Все, хватит уже. Нет, подожди, сейчас пойду. Кого? Вот сейчас. И прочитаешь. Не нашла? Вот здесь написано. Прочитай. Я до этого еще не дошла. Я еще не пойму. Ленивая ты просто. Я, выучи то, что я написала. Я тебя прошу как нормального человека. Мы, мама, будем в эту книжечку смотреть и читать с ней. Так ты будешь бегать и мекать. Выучи, чтобы ты читала хорошо. Давай на время прочитаем, что давай. Одним глазком заглянула, ага, вспомнила, про что говорить, и рассказываешь. А тут ты там начнешь про крестьян рассказывать. Люди доклады учат, чтобы можно было их нормально рассказывать. Что? Не дописывай доклады до конца. Кого? Выучи доклад, мое последнее китайское. Русская, пожалуйста. Я тебе сказала уже. Если мне придется еще раз повторить, я тебя уже начну лупашить. Мы на камеру снимаем. Это ущемление прав детей. Ну вот и посмотрим.